Душанбе, Бехрус, Онгбак, Зухура. Villain. They see me rising with the rebels to the top of the building. Being stuck down at the bottom is the ride that's filling. Desolate tone, provocative swilling, popping a villain. Jealousy swirling in the eyes and plotting to kill him. But I've been there, believe me, I ain't forgotten the feeling. I lived the dark nights and heard the pain drops from the ceiling. I mean the raindrops hanging in cane spots with dealers down. Fighting a different war, smoking less, sniffing more. Every week a different chore, every month a different tour. I got a gang of haters, every day I piss them off a little more. What you think I got a fucking pistol for? А в красный угол октагона приглашается его соперник из Казахстана, город Алматы. Встречайте, Нариман по прозвищу Волевой Мусаев. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Сегіз ұлы бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші алшағын туыс бауыр ағайын. Шын көңіліммен мен сіздерге айтамын. Қазіргінің жігіттері ол қолайдым. Біздің жігіттерге жырдан асыл ауқат ағайын. Таныс әлде бейтаныс ба бәрібір. Үлкенге де кішіге де сөй құрмет сәлем бір. Өз ана бөлін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым. Жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық сабырлық жігітке сән. Кейде жебермес намыс бар дос бауыр ағай. Представляю вам бойца, стоящего в синем углу октагона. Рост 172 сантиметра, официальный вес 70 килограммов, возраст 22 года, чемпион Таджикистана по кикбоксингу, чемпион международных турниров по ММА. Из Душанбе, Таджикистан, Бехрус, Онгбак, Зухура. А сейчас представляю вам его оппонента, стоящего в красном углу октагона. Рост 172 сантиметра, вес 70 килограммов, возраст 27 лет. Победитель международного турнира по ММА Diamond Fight. Победитель профессионального международного турнира Alash Pride Selection 11. Алматы, Казахстан, Нариман, Волевой Мусаев. Керемет жігіттер, мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Сегіз ұлы бір сұрлы біздің жігіттер. Четвертый поединок сегодняшнего бойцовского вечера. И Бехрус Зухуров по прозвищу Онгбак. Любопытно. Да, это, насколько я помню, был такой фильм про тайского бойца. Да. Ну, Стони Джа в главной роли. Но мне подсказывает наш редактор Сергей Белокуров. Большой специалист по тайскому кинематографу, видимо. Ну и, соответственно, против Наримана Мусаева карточка. За перевес, кстати, обратите внимание. В этом во всем. Ну, 2-2 и 1-1. Маршал, с одной стороны, соглашусь. Но... По данным, по данным, октагона, потому как смотрится все-таки 4 боя. Показана желтая карточка за то, что он не вошел в вес, за перевес в данный момент. Не попадание в вес еще, вообще хорошо. Не вошел в вес, соответственно, минус балл. Угу, сразу. Сразу. Безо всяких, что касаемо Бехруза, чемпион Таджикистана по кикбоксингу, я далек от понимания, на каком уровне развития сейчас таджикский кикбоксинг. Я далек даже от Таджикистана. Вот, тоже опять правда. И чемпион какого-то международного турнира по ММА Таджикистан год 2015. Ну, в принципе, значит, опыт есть. Есть, да, несколько попаданий, неплохо попал.
Что касаемо его соперника, Мусаев, победитель международного турнира по ММА Diamond Fight, Таиланд, 13-й год, любопытно. Международного турнира по ММА Lush Pride 11, это 2015 год. Посмотрите сейчас, как здорово-то. Обстрелял Бехрус ногами своего соперника и вполне себе успешно противостоит, упирается попыткам перевода в партер. По собственно, представитель Таджикистана пока показывает себя очень даже хорошо. Вот, и прошли удары, и позиция, не в принципе, дал, вот сейчас он играется позицию, да, не дал проход. Ну, сейчас его еще и задушит. Какой-то, не знаю, душит. Или руку проберет. Да, будет душить. Вот здесь довольно трудно сделать треугольник, но такая вероятность есть. Ух ты! Ну, молодец, видно, представляешь. Обучен. Обучен неплохо. Довольно редкие вещи мы с вами видим, и вот сейчас здесь вполне себе может быть сдача. Она его скручивает, еще фактически. И на ножку, вот вообще красота. Как я люблю делать болевые на ноги со спины. Это фактически они есть. Да. Отлично, отлично. Вот посмотрите, завязал фактически двумя узлами. Слушайте, ну красавец. Бехрустоп, вообще молодец. Впечатлил. Впечатлил более чем. Вот это называется внешность обманчива. Внешность обманчива и действительно впечатлил, что в ударной технике, что в защите от прохода, что в борьбе в партере. Вот этот болевой на ногу, он очень редкий. Если делать его неправильно, его не сделаешь. Блин, он еще и комбинирует, мы, во-первых, их видим не так часто, а во-вторых, он еще комбинированно получился. Сразу, то есть с треугольником еще и ногу сразу затягивает. Соперник слабее сдался бы, наверное, от треугольника. Да. Вот, а здесь... Одержал боец из Таджикистана. Бехрус Зухуров, пожалуй, самая красивая. Самая красивая из всего, что мы пока на данный момент видели. Мы всегда аплодируем, да, присоединяем зрителям. Чуть обидел местных болельщиков, но у нас впечатлил. Staring at me, people watching the villain. They see me rising with the rebels to the top of the building. Being stuck down at the bottom is the ride that's filling. Desolate stone, provocative swilling, popping a villain. Jealousy swirling in their eyes, they're blind to kill them. But I've been there, believe me, I ain't forgotten the feeling. I lived the dark nights and